Несмотря на административный запрет, некоторые жители продолжают оставлять у контейнеров строительный и крупногабаритный мусор, а также обрезки зеленых насаждений. В связи с этим с 20 июня начались совместные с полицией рейды. Виновных привлекут к административной ответственности. Сумма штрафа – 5000 рублей. Сочинцев, ставших свидетелями подобных фактов, просят сообщать в департамент городского хозяйства по номеру 8-918-390-17-23. Напомню, что для вывоза крупногабаритного мусора необходимо подавать заявку в договорной отдел САХ по указанным телефонам.